мы проводим опрос. Нужно ли штрафовать пьяных водителей на 300 000 рублей? Все потом так. Лет на 5. Это вот второй случай получается. 1000 и уголовная ответственность. В городе мы проводим опрос. Нужно ли водителей пьяных штрафовать на 300 000? Еще как? Спасибо. Нужно ли штрафовать пьяных водителей? Пьяных на 300. Получается, первый штраф, второй штраф уже будет. Ну, если второй раз можно, первый раз только можно и простить. Спасибо. Штрафовать пьяных водителей на 300 000 рублей. 300? Да. 300 тысяч сейчас. Это будет уже второй штраф. И второго тоже. Спасибо. 1000 рублей. Сажать надо? Конечно. Столько аварий. Можно ли штрафовать водителей на 300 000 рублей по вождению в пьяном виде? В пьяном виде надо вообще лишать прав. А штрафовать нельзя. В смысле, большие штрафы, это пусть москвичи платят. Наш регион невозможен. Мы не можем такие штрафы, как в Москве, платить. А за пьянку это можно и больше, и лишать прав на всю оставшуюся жизнь. Спасибо. В газете «Про город» мы проводим опрос. Нужно ли штрафовать пьяных водителей на 300 000 рублей? Конечно. Водителей на 300 000 рублей. Это сажать. Будет... Сажать нужно? Спасибо. За опрос. Нужно ли штрафовать пьяных водителей на 300 000 рублей? Обязательно. Спасибо. Спасибо. Пьяных водителей на 300 000 рублей. Нужно на 500 000 штрафовать. Спасибо. На 300 000 рублей. Пьяным обязательно.